Уважаемый Сергей Федорович, уважаемый Николай Филиппович, уважаемые единомышленники, решите коротко представить результаты обслуживания массовых поступлений за последние 7 лет в Институт Склифосовского. Наш Лесский институт скорой помощи имени Склифосовского является основной клинической базой города Москвы, куда направляются пострадавшие в массовых поступлениях. По данным Центра экстренной медицинской помощи, в 2014-2015 годах около 20% всех пострадавших в массовых катастрофах, которые были направлены в больницы города, доставлены в институт, что связано с его особой структурой. В настоящее время в институте 19 клинических отделений, 808 коек, 14 реанимационных отделений, 132 койки. Имеется 3 приемных отделения, центральное с 6 диагностическими койками, приемное отделение центра отравления с 4 диагностическими койками и приемное отделение ожогового центра. При ликвидации медицинских последствий массовых катастроф непосредственно используется 8 реанимационных отделений. Коечная мощность этих отделений 90 коек позволяет осуществлять единовременный прием большого числа тяжело пострадавших, в том числе с комбинированной сочетной травмой. В центральном приемном отделении сосредоточены основные диагностические службы, работающие в круглосуточном режиме, противошоковое реанимационное отделение на 9 коек, 3 санитарных блока. В этом же корпусе сосредоточены основные реанимационные отделения и экстренный операционный блок. С грифом «массовые поступления» за последние 7 лет единовременное поступление в институт не превышает 18 пострадавших. При этом в обычном штатном режиме институт принимает одновременно до 20 больных и пострадавших. За период с 2009 по 2015 год в НИСП имени Склифосовского поступило всего 763 пострадавших в массовых катастрофах. По каналам поступления отмечалось следующее распределение. Скорой помощью доставлено 85%, самотеком поступило 9% и переведено из других ЛПУ 6%. Средний возраст обратившихся 35 лет, среди них мужчин было 65%, женщин 35%. Из числа обратившихся 20% пациентов обслужено амбулаторно. Госпитализировано всего 611 человек или 80% от обратившихся. Среди госпитализированных первично поступали в госпитальное отделение 38%. Непосредственно в реанимационное отделение госпитализировано 62%. В дальнейшем на этапах лечения проведено 195 повторных госпитализаций в реанимационное отделение, в основном после выполнения хирургических вмешательств. Основные профили госпитализации в институт при массовых поступлениях составляли травма 40%, ожоговый профиль 25%, токсикологический профиль 20%. Средний койко-день у госпитализированных составил 18 койко-дней. Умерло всего 44 пострадавших, из них 38 в реанимационных отделениях, 6 в госпитальных отделениях. Общая летальность составила 7,8%. Наибольшее число умерших, 34 или 77%, составили пострадавшие с ожоговой травмой. Как пример возможности использования структуры института при одновременном поступлении большого числа тяжелых больных, приводим анализ организации приема пострадавших при пожаре в клубе «Хромая лошадь Пермь» февраль 2009 года. Всего в институт было доставлено 31 человек. После осмотра в машинах скорой помощи на сортировочной площадке было задействовано все 3 приемных отделения. Пострадавшие доставлялись 2 партиями. В первый день одновременно в течение 30 минут доставлен 13 человек с термическими ожогами. Во второй день 18 человек, из них 9 с термическими ожогами и 9 с отравлением продуктов горения. Всего поступило 22 человека с термическими ожогами, все в сочетании с термоингаляционной травмой. 9 человек с отравлением продуктами горения, незначительными термическими ожогами. Все пострадавшие были в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. 6 из них доставлены на искусственные вентиляции. Пострадавшие осматривались машиной скорой помощи. С учетом направительного диагноза необходимости обследования, а также наличием коек в профильных реанимационных отделениях, первично госпитализировались в различные отделения. Противошоковую реанимацию 10 человек с термическими ожогами, в ожоговую реанимацию 9 человек с термическими ожогами.
в токсикологическую реанимацию 8 человек, один с термическими ожогами, 7 с отравлениями. В реанимацию токсикозом 2 человека с термическими ожогами. В отделение лечения острых отравлений 2 человека с отравлениями. С момента первичной госпитализации параллельно с интенсивными лечебными мероприятиями проводились комплексная диагностика. При получении результатов диагностики пострадавших в зависимости от преобладающего поражающего фактора продолжали лечение при переводе в другие отделения по нескольким схемам. Мы их представляем. Пострадавший с преобладанием термических ожогов. Первичного ожога в реанимацию 9 пострадавших, один из которых в последующем переводился в реанимацию эндотоксикозов, в общую реанимацию, и выписан из ожогового отделения, четверо выписаны из ожогового отделения, и четверо умерли в реанимации. Первично в противошоковую реанимацию госпитализировано 10 человек, которые затем переводились в общую реанимацию 9 человек и один в токсикологическую реанимацию. Первично в реанимацию эндотоксикозов 2 человека, которые затем переведены в общую реанимацию. Пострадавший с преобладанием отравлений. Первично непосредственно в токсикологическую реанимацию госпитализировано 8 человек, четверо из них переведены затем в ожоговый центр. Трое переводились в отделение эндотоксикозов и один в общую реанимацию. Всего 2 больных из этих групп первично не требовали реанимационных мероприятий и госпитализированы в отделении острых отравлений и острых эндотоксикозов. Средний койко-день в представленной группе составил 45 койко-дней, реанимационный средний койко-день составил 13. Умерло всего 5 человек, все доставлены на искусственной вентиляции в крайне тяжелом состоянии с ожоговыми поражениями от 40 до 90% поверхности тела в сочетании с термоингаляционной травмой 2-3 степени. Летальность составила всего 16%, средний койко-день умерших 6,4 койко-дня. Таким образом, сложившаяся в настоящее время структура научно-исследовательского института имени Склифосовского, его оснащенность и высокая квалификация персонала позволяют одновременно принимать и осуществлять лечение значительного числа тяжелых и крайне тяжелых пострадавших при массовых поступлениях, обеспечивая высококвалифицированную диагностику и лечение различных повреждений и их сочетаний. Благодарю за внимание. Николай Александрович, позвольте уточнить. Прозвучало 13 человек первый день, 18 во второй. Но и 13 первый день не одновременно. Одновременно в течение получаса. Мы, кстати, ведь такого не может быть. Николай Александрович, послушайте. Да. Я же сидел в центре управления и распределял потоки сам. Да. У нас Ил-76, 20 человек обожженных. Мы их распределяли между вами, 36-й больницей, институтом Вишневского, военным госпиталем Бурденко и клиническим учреждением ФМБА. И чтобы не загружать сразу одновременно, мы это делали более-менее равномерно. В течение дня, я согласен, 13, за 2-3 рейса. Так же, как и во второй день, но не одновременно 13. Уважаемый Сергей Федорович, если вас интересует этот вопрос, пожалуйста, поднимите для меня. У нас есть специальный доклад по хронометражу. Пожалуйста, поднимите, мне это очень важно. Хорошо. Потому что мы как раз сидели с главным комбустиологом Алексеем, мы распределяли потоки, понимая, что если 13 человек тяжело обожженных в одно учреждение, это все. Спасибо, буду ждать. Институт Склифосовского справился. Дело не в этом. Дело в том, что нельзя создавать такие условия работы. Конечно. Вот. И мы не могли этого допустить. Мы тогда об этом думали. Спасибо.